Всем привет. В общем, я, как и обещал, хочу снять видео про посылку из Китая. В общем, я на AliExpress решил заказать себе седьмой iPhone. И вот он, в принципе, сегодня мне пришел. Вот такую посылочку я в почтовом ящике нашел. Вот, то есть тут написано iPhone 7, он мой адрес. Вот, хочу показать вам, что же все-таки, ну, как он выглядит, потому что это как бы до сих пор держится в тайне, но китайцы уже их присылают по почте. Вот, в общем, я начинаю открывать посылку. Видим в посылке еще какая-то коробочка. Вот, наверное, оригинальная коробка телефона. Видим, смотрите, она вот такой формы. Тут написано, что его можно заряжать через USB. Вот, давайте посмотрим, что внутри. Наверное, брать ножик какой-то или что-то. Смотрим. Это, наверное, провод для зарядки айфона. Вот, что там еще? Ага. В принципе, больше ничего. Так, а где же айфон? Тут нет. Тоже меня обманули. Никакого айфона 7 тут не оказалось по ссылке. Ну не знаю, может просто у них как бы зарядка и сам телефон идут с разными посылками. Вот, буду надеяться, что телефон еще придет. А пока что буду смотреть на этот провод и мечтать, как я буду заряжать свой 7 iPhone.